Двигаемся мы по направлению к замковой площади, которая находится в центре Люблина. И вот увидели какой-то замок, как нам это показалось. Это на самом деле не замок, на самом деле какой-то костел, по всей видимости. Можно это посмотреть по карте, по навигатору, что мы сейчас и сделаем. Но их тут очень много. И решили просто пойти по направлению к нему. И попали вот в такой вот дворик. Просто у нас восхитило. Вот мы находимся тут уже на протяжении, наверное, минут 15, а может и 20. За это время только зашел сюда садовник, чтобы переставить поливалку между газонами. И все. То есть сюда вот можно спокойно прийти, любой человек, сесть, посидеть. Вход открытый совершенно, свободный. Вот. Можно посидеть, подумать, поработать. Это просто какая-то красота. Тем более, учитывая тот факт, упал на микрофончик, учитывая тот факт, что сегодня очень жарко, здесь тень и сень. Просто красотища. Ну вот, радует, что есть такие шикарные рекреационные зоны в городах, которые считаются большими. Может человек, который хочет найти себе уединение здесь, просто поражает. Сколько, видите, сколько кустиков? Каждый кустик обработан в виде шарика. Садовник не поленился все кустики постричь и листики все пособирать, убрать. И такая зелень. И фонтанчик работает. Здорово! Девчонки мои бегают, он особенно маленькая, под фонтанчики залазит, все поливается, чтобы было хорошо. Она просто балдеет, потому что на нее вода попадает. Сейчас так это хорошо, прям по кайфу, да, Тошка? Да. А фонтанчик вот подключается, прям в розетку насосику. По сути, по логике вещей. Вот я вижу здесь еще вот одну розетку, которую я сейчас не задействую. Можно прийти спокойно, воткнуть, наверное, ноутбук сюда, по логике, и спокойно посидеть. Вот такая красотища.